При покупке нового телефона всегда возникает необходимость переноса контактов старого телефона на новый. В HTC хорошо реализована эта функция на программе программы перенос. Активируем программу, выбираем марку своего телефона из списка предоставленного. Дальше, следуя инструкциям, активируем Bluetooth на старом телефоне, сопрягаем телефоны, и контакты, соответственно, переносятся все уже на новый телефон.